Праздник Дня России начался на центральном поле стадиона «Икар». Для гостей с ярким танцевальным номером выступили гимнастки спортивной школы, творческие коллективы, оркестр Саровского соединения Росгвардии. День России – праздник, который объединяет всех. В этот день вспоминают богатую историю страны, ее подвиги и достижения, имена выдающихся героев, стойкость и сплоченность народа перед лицом любого вызова. 12 июня – особая дата для страны. Сегодня будет насыщенный день, много состязаний, будет много интересного. Но главное, мы проведем этот день вместе. Именно этот день нужно проводить так, потому что вместе мы становимся дружнее и сплоченнее. С праздником! Сегодня Россия, приняв вызов более 50 стран, сплотилась своим многонациональным и многоконфессиональным народом, отстаивая свою независимость и суверенитет. Многие военнослужащие, а также граждане нашей страны, сейчас на передовой защищают наш русский народ, исторически нашу территорию. И саровчане не исключение. Для саровчан представили большую и насыщенную интерактивную программу. Можно было посмотреть выставку техники и вооружения силовых структур, трофеи специальной военной операции, подкрепиться кашей и напитками в полевой кухне. В рамках молодежного военно-патриотического фестиваля «Эстафета НВП» все желающие могли прикоснуться к профессиям Росгвардии, МЧС, МВД, посидеть в машинах, включить сирену, подержать в руках профессиональное снаряжение. На праздничной сцене Центр внешкольной работы подготовил фестиваль «Мы вместе, мы Россия». Этот фестиваль у нас уже проходил 4 ноября 2023 года в рамках грантового проекта. И коллективы Центра внешкольной работы объединились все вместе с коллективами еще Мордовия и провели этот единый фестиваль. Этот фестиваль нацелен на то, чтобы сблизить два народа – Мордовия и ближние к нам, которые недалеко от нас, и русский народ, который живет на территории города Сарова. И получилось вот такое замечательное действие, где прошла вся история соединения этих двух народов. Фестиваль состоял из двух частей. На сцене с творческими номерами выступили коллективы Центра внешкольной работы. А клуб «Армир» представил «Стрелецкий городок», который включал в себя выставку исторического вооружения и потешные бои на поле. Отступим! По ноге выпад! Все желающие могли сдать на стадионе нормы ГТО, поучаствовать в спортивных состязаниях, разнообразных акциях, флешмобах и конкурсах. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.